Привет, друзья. И мы уезжаем в Россию, оставляем наш автодом в Черногории. Вот так вот выглядит парковка. Поставили автодом вот здесь внутрь. Видите, здесь рядышком горы сразу же. Такая стоянка. Все вроде удачно, спокойно. Договорились мы за 30 евро в месяц, евро в день. Вот, думаю, где-то на 1,5-2 месяца, наверное, уедем. И уже поедем дальше, будем путешествовать отсюда. Вот здесь это лес рядом, спокойная парковка. Можно вот выезд. И здесь буквально 5 минут до аэропорта доехать. И вот что у меня получилось. Я поставил автодом внутри. Вот видите, сделал специальный ремень, потому что двери все равно останутся снаружи. Их можно открыть. И вот здесь вот. Вот, ребят, у меня места в багажнике нет. Видите, я поставил велосипед прямо в салон. Оставляю автодом. Вот холодильник оставил специально такой открытый. Вот так вот. Вот так вот, ребят, мы все покидаем Черногорию, уезжаем в Россию. И вот сейчас, вот видите, у меня остался такой просвет вылезти. Видите, такой небольшой. Сейчас вылезу аккуратненько и пойдем мы дальше. Все, ребята, прощаюсь с автодомом. Летим в Россию. Скоро приедем обратно. Думаю, через 1,5-2 месяца. И вот, друзья, мы в аэропорту, в маленьком Черногорском. Летим в Россию. И думаю, скоро уже будем дома. Здесь придется всего лишь 3 часа. Рядышком у нас ранний вылет. Мы уже бодры. И счастливы увидеть Россию. Мы идем на самолет. Аэропорт очень маленький, поэтому тут без всяких переездов пешочком к самолету. Вот такой наш самолетик. Громко. Так, погрузка. Маленький аэропорт. Черногорский диван очень маленький. И мы, друзья, представляете, летим на каком-то милипуперном самолете в целую большую Москву. Очень маленький самолетик, мы так не ожидали даже. 3 часа лететь. Вот последний кадр тепла. Такой с бородой. Плюс 30. Вещи и домой в Нижний Новгород. И вот мы едем в Алиэкспрессе. Очень быстро, тут даже интернет есть. Очень приятно. Уже скоро будем на Павелецком вокзале и в сторону Курского тронемся. Уже в электричке едем в Нижний Новгород с Москвы. Комфортная электричка очень. И скоро будем дома. Уже поздно вечер, устали. И скоро ту-ту уже в постели в России. И вот мы приехали. Не был в Нижнем Новгороде 14 месяцев. Такое длинное было классное путешествие. Ну вот мы уже и здесь. Такая мрачная погодка встретила из окна. Вот такая она, российская действительность.